Эй, ребят, сегодня я собираюсь вам показать, как сделать свой собственный стимпанк-цилиндр. Нам понадобится доска, клей, эпоксидная смола, ножницы, спичка. 6 листов пористой резины, нож, фен, шаблон, черная акриловая краска, воск с металлическим пигментом и гимнастический коврик. Не помнишь, где наш коврик? Должен быть в шкафу. А, вот, да. Хочешь позаниматься? Не совсем. Раскатываем коврик, выкладываем выкройки и обводим их. Далее пытаемся аккуратненько их вырезать. Готово. Теперь нам надо это склеить. Берем клей, намазываем. И склеиваем. Отлично получилось. Теперь клеим оголовье и верхнюю часть. And then carefully align the two sections and press them firmly together. And repeat with the top section. I think you're starting to get the idea. Next we will curve the brim using our Далее включаем фен и подгибаем края. Curvy. Все, заготовка наша готова. Теперь советую выйти на улицу. Отлично. Вернемся к работе. Разрезаем резину на две части, наносим клей и размазываем. Это удобно делать при помощи кредитки. Также наносим клей на заготовку. Далее режем резину на прямоугольники и приклеиваем в произвольном порядке. Сверху, сбоку, везде. Продолжаем это делать, пока мистер шляпа не покроется прямоугольниками. Когда вы устали от свежего воздуха, можете вернуться обратно и срезать вот эти вот уродские кусочки. Далее нам надо смешать эпоксидную смолу. При помощи спички оставляем капельки на краях прямоугольников. Так, теперь пришло время черной краски. Красим нашу заготовку. Черный, классно. Конечно, вы можете выбрать другой цвет. Но тогда она будет выглядеть глупо. Так что черный. Да, черный отлично подходит. Теперь, пока мясо сохнет, можно заняться домашними делами. После полного высыхания можно нанести металлический пигмент. Просто берем и наносим вот так вот пальцем. Вот он наш цилиндр, и вы сделали его своими руками. Все необходимые шаблоны можно найти в описании. Если тебе понравилось видео, то можешь подписаться. Перевод, озвучка и работа со звуком Desidia.